Утепление и отделка лоджии МДФ и ПВХ панелями. Срезаем четверть, оставшуюся от балконного блока. На пол укладываем брус сечением 50 на 50 мм, предварительно пропитанный антисептиком. Между брусом вставляем пеноплекс. Далее пенофол, который прижимаем рейкой сечением 20 на 40 мм. Укладываем фанеру толщиной 22 мм. Те же операции проводим для стен. Устанавливаем МДФ-панель. Вместо оштукатуривания откосов отделываем их фанерой. Устанавливаем комплектующие для панелей ПВХ. Наружный уголок, F-профиль, начальную планку. Вставляем панели ПВХ. Те же операции проводим для потолка. По периметру устанавливаем универсальный уголок. Укладываем ламинат, устанавливаем плинтуса и столешницу. Ставим полки. Монтируем светильники. Устанавливаем жалюзи. Thank you.